проволочки, драгоценные металлы. Сплетение из проволочки. Как они это красиво сделали. Но это в большинстве золота, наверное. Нет, бывает очень часто серебро. До сих пор там женщины носят украшения ткань серебряная. Очень часто. Ткань? Просто здесь, ну, императорский вариант, конечно. Да, вот эта ткань из проволочки тонко-тонко создает кружева. Это ткань. И здесь тоже. Это ткань. Это потир. А, красота. Видите, роспись при эмали. Здесь помимо самой эмали запекания идет еще и роспись при эмали. После создания цвета накладывается определенное изображение. То есть сначала запекается при определенной температуре, в определенное время создается определенный оттенок в специальных печах, а потом поверху накладывается изображение. Ух ты!